Как правильно посадить саженец? Чем лучше метод посадки на холмик? И как он делается? Так, чем он лучше? Тем, что здесь проветривается корневая шейка. Здесь чуть раньше, на неделю, на две, на три, исчезает снег. И корневая шейка остается сухой. Я всегда привожу пример леса. Если мы сейчас зайдем в лес, вот там перед нами тысяча сосен или там тополей, и вы везде увидите, что они на холмах. Никто на холмах не садит. Они сами себе формируют холм. Они сами себе сделали холмы. В центре роется яма ровно под размер. Сколько мы здесь насыпали? 2-3 тележки? Здесь ровно 2 тележки. Угу. Горшок разрезаем. Друзья, самый важный момент, наверное. Горшок не пытаемся сберечь, мы его режем. Так, помогайте. Давайте вот так вот. Ага, давайте так. Так, а теперь как будем садить? Давайте аккуратненько. Нам главное сохранить этот ком. Теперь так. После этого мы привезем сюда еще 2-3 тележки. Угу. Сам холм должен быть как можно больше. Ну и за 2-3 года, я полагаю, весь этот ком освоит абрикос. А потом корни будут вот тут. И как бы не поливали дожди, как бы вы, допустим, поливалкой не поливаете, вся вода будет там, где кончики корней.